Вместо полосатого жезла – цветы, вместо серьезного взгляда – на лице улыбка. В преддверии празднования 8 марта сотрудники госавтоинспекции вышли на улицы Нижнего Новгорода поздравить женщин с весенним праздником. Здравствуйте. Сегодня 8 марта. А сотрудник госавтоинспекции. Пожалуйста, молодцы, что вы пристегнутые, все так едете. Акция «Цветочный патруль» ежегодная. Кроме цветов, автоледи получают напоминание о важности соблюдения прав дорожного движения. Такая профилактика порой действует лучше штрафов. В рамках недели вежливости работает «Цветочный патруль». В течение недели волонтеры, сотрудники радиостанции, сотрудники госинспекции вместе с напоминанием безопасности дорожного движения выдают в качестве приятного сувенира цветы. В течение недели будет проходить каждый день подобная акция. Вот так первый день весны для многих нижегородок начался с цветов и улыбки инспектора ДПС. Ну, очень приятно, когда нас останавливают поздравить, а не оштрафовать. Ну, приятно, конечно, женщине получить цветочек, да, к празднику. Это всегда приятно. Спасибо большое. Кстати, в течение недели вот такие приятные сюрпризы получат больше 500 автоледи по всему Нижнему Новгороду.